Всем доброго времени суток. Решил вечерком выехать помормышить. Далеко не стал ехать. Здесь буквально в 10 минутах езды от дома. Сейчас здесь на речке так немножко погуляю, покидаю. Может, кого и поймаю. Тут не я один. Смотрю, тут рыбаки. Мелкие где-то пищат, бегают. Ладно, посмотрим, что у нас выйдет из сегодняшней рыбалки. На рыбалку, ну, час-полтора. Где-то так. Вперед. Попробуем где-то здесь половить. Сегодня у нас Кощей. Силикон в ассортименте. Надеюсь, не утону. Сапожки у меня коротенькие. Здесь разливчик какой-то. Все, поскорее нас пластаю. А там может щучка хапнуть. Ну, сейчас посмотрим. Одноухий монтаж пока стоит. Может, потом перемотаю. Что, ТНТ 1 дюйм. Попробуем для начала. Может, придется переходить на мормышку. Силикончик помельче. Ползу мотыля. И еще у меня там с собой есть силикон от Алексея Ушакова. Посмотрим. Ага. Клюнул кто-то. Нифига себе. И кто это у нас тут? Это у нас монстр-пискарь. Надо зафотать на танту 1 дюйм. На ТНТ, точнее, от атак. Да, окол поймал. А? А так что, будет поход? Поход? Да. В субботу пойдем. Да сюда же приедем. А? Сюда же, говорю, приедем. В 11. На площадке. В 11 в сбор. Ну. Хотя я тут около вас посижу. А? Хотя я около вас посижу, посмотрю, по кругу. Видишь? Еще один опыт. Знаете, почему спутывается леска в катушке? Леска? Я такую, папа, тонкую плетенку покупал на 9 килограммов. Ничего себе. Не знаем, почему спутывается леска. Катушка? Катушка такая. А чем, вертушкой ловишь? Не, я вообще на щуку пошел тогда. Нет, чем ловишь-то? Блёстами там. Ну, вертушка, если ловишь, может, из-за вертушки. Ну, у меня есть эти, на этих, на окуней. Вот крутятся, которые. Вот они, если вертлюжка нормального нету, то может из-за него крутить. Плотва. Елец. Ничего себе. Видишь, какой? Ну? Ну, красивый. Так, надо сфотать. На силиконочку-то, да? Угу. Говорит. Ельчик, да? На завтрак пойдет. Вот в субботу придем, если наловим таких. Может, пожарим. А у меня научные вот на такие эти ловить. На кого? На мормышке, что? Да. Так, ты забрасывать и не играть. Мне. А что, забрасывает? Да трясешь. Забросил и вот такими вот движениями, чтобы поиграло. Ну, видишь, еще ельчишки там. Может, там они окуни стучат, может, ельцы стучат.
А там не рыбачили? Да рыбачили. И чё? Ну там вот такая же белхоплавочка плавает. А здесь что-нибудь поймали? Вот тут? Ну. Ну тоже клюет. А, через загородку. О, видишь? Вот словил. Словил. Окунище. В этом году окуня много. Яршей что-то я не, давно не видел. Нет, ну мельниц как-то ловил. Маленьких. Яршей надо, знаешь, где ловить? Около сада. Напротив сада. Она эти две ходит. Знаешь, такой, как синий мост его постоянно называют. Да. Он синий, только сейчас обленел. Ну. Вот, такого нового моста. О, он... Пискарь. Видишь, даже пискари на силиконку клюют. И на тебя клюют. Бабочку взял, закинул на леске. Ну. У нее тяпают, да. Они даже хорошо на этих, на зимних червей ловятся. Это они любят. Ельчиков-то маловато. Попробуем в Африку надо съездить. А? Вам в Африку надо съездить. Что мне в Африке там делать? Там офигенная, офигенная рыба. Ну, хищная, разная там. Не знаю. Все лесы ехать. И что там? Ну, с одной стороны, я помню, точно прям дофигища было этих сосен и там этих ворон. А рыба что, карась? Карась хорошо прям клевал. Ола. О! От кого я поймал? Ельца опять. Хороший. А? Хороший. О, ельчишки такие, ельчишки. Красота. А? Селёдочка. Смотри, что, а? О, поменьше. О. На киевку уже похоже. Снимать не пришлось. А? Снимать не пришлось. Да, автоматически. Ну, видишь, где елец стоит? Угу. Там он стоит. Ну, еще окуняра. Это, наверное, те самые по второму разу уже пошли. Не, те там клевали. Сейчас надо еще там по лайде купаетесь. Ну, вот по тех кустов это две щуки подряд. Но если щука здесь стоит, то мелкой рыбки-то не будет. А, говоришь, нету рыбы. Ой, да. Ельчище. Есть тут рыб, только хитрый. О, хе-хе-хе. Яйцы. Ух ты. Хвостик откусили, гады. О, кто-то, блин, был.
А? Ну, не крупненький, но приятненький. Вот, под кустов. Ты говоришь, рыба нет, рыба нет. А, красотун. Шустрый какой. Че, студент? Это тот же самый, что я. Ну, конечно. Рыбы нету. Сейчас. Что у меня осталось? Щуку поймать? Смотри, смотри, смотри. Один и тот же, да? Не, это крупняк. Ну, это на силиконку с обгрызенным хвостиком. Вот на стайку нарвешься. И все, на завтра заработаешь. Ну, в принципе, на уху-то наловил бы уже. Если так. Видишь, не зря приехал. О, о, стучит. Мелкий. Куняра. А? А он так вот по речке идти, вот такие места искать, он там и сидит весь. А потом ближе к вечеру может или с утра пораньше на перекат выходить. Сейчас попробую приманку побольше поставить. Может покрупнее, кто клюнет. Сорвал мормышку. Сейчас поставлю ТНТ 1.6, попробую. Мормышку такую привязал, вот 45 по-моему грамм. Тут крючочек чуть покрупнее, крупновато конечно приманочка, но такой мормышки она вообще здорово играет. Здесь хороший окунек вроде такой проскакивает. Сейчас попробуем, что у нас выйдет. Может щучка? Не, ну 1.6 крупновато для местной рыбки. ТНТ. Может мормышечка чумная не срабатывает. Ну хотя. Ладно, по идее. Живет что ли? Ага. Вот он. А, убежал. Куняра. У меня тут целая толпа есть приманок Алексея Ушакова. Еще какого поставлю-ка я? Вот такой вот, не помню, как она называется. Такой зефиш такой есть. Ну-ка, чем черт не шутит, сейчас как пойду ельцо пластать. Вот такая. Блин, вот
в упор не помню, как называется. Так, попробуем вот такую танточку, тоже 1 дюйм. Но она маленькая, как потолще вроде. Попробуем. Бэм-бэм-бэм. Я на нее-то галена, по-моему, поймал. На шарнирный монтаж ловила на ухе. Он маленько потяжелее, шел поглубже. И окунек реагировал. В пол воды как-то не очень хочет. Все-таки на дне стоит. Так, сейчас попробуем красную танку. Тоже 1 дюйм. Поздно уже что-то. Надо, наверное, часика 4-5 приезжать. Приехал-то уж почти в 7. Не, все. Ушла рыба. Нет, не ушла. Так, вот такой елец на танту от Алексея Ушакова. Надо сфотать. Ничего, ельчишка. Опа. Ну-ка еще попробуем. Мелководье. Так, ну уже что-то темновато. Сейчас здесь попробую еще маленько. Ух ты! Прыгают какие. Ага. Кого-то изловил. Что это у нас? Такой шарик. На танце от Алексея Ушакова. Так, у шарики там песканов гоняют. Так, все, наверное, темно стало. Сейчас туда пару раз закину. И домой. Хватит на сегодня. В принципе, нормально помормышил. Не, на светленькую все-таки лучше клевало. На ухе монтаж. Сейчас темновато, уже черненькая мормышка что-то как-то. Не особо, хотя приманка вроде яркая, красная. Ну и все, сейчас силуэт только видят, скорее всего. Сейчас надо на тинкару с мормышкой и с опарышем на яйца идти. Не знаю, что там будет, уже видно, не видно. Вот такая получилась рыбалочка, в принципе. Нормально половил, хотел здесь вот еще, ну, здесь уже времени хватило. Темнеет сейчас рано, ну, тем не менее, я думаю, рыбалка удалась. Поймал практически всю рыбу, которая здесь водится, вот на данном участке. Прошел, ну, сколько, 50 метров по речке. 5 минут 10, пускай, езды от дома. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока. Думаю, осенью сейчас еще... Вроде со временем к зиме приготовился, со временем вроде сейчас посвободнее будет. Так что, думаю, рыбалки еще будут. Всем пока.